Всем привет! Сейчас у меня в последнее время работа связана в основном с доделкой ульев и с пчелами, потому что очень часто езжу и на те, и на другие пасеки, там надо по мелочи делать. Но наконец-то я все, сегодня завершил работу с новыми корпусами, я просверлил верхний литок и сделал вентиляцию в подкрышниках, то есть насверлил отверстий достаточно большое количество. Все, теперь эти ульи осталось привести на ту пасеку частично и пересадить, потому что я ее буду возить отсюда всю полностью на тот тачок один. И у меня здесь частично улицы бро, частично лежаки, которые не очень выгодно возить. Не знаю, может быть, конечно, улицы бро 100% я буду пересаживать, а вот лежаки, возможно, что буду возить именно в формате лежаков, потому что с ними работать абсолютно можно точно так же, как и с обычными корпусными доданами, и вопрос только в том, что и у меня к ним еще есть эти все магазины 16-рамочные и прочее, то есть, наверное, пересажу только улицы бро и все буду потихонечку туда уже увозить. Сейчас погода холодная, средняя температура днем обычно там плюс 4, плюс 5 градусов, то есть вообще никакого лета нет, скорее всего никакого там развития нет, но надеюсь, что ситуация исправится, и я смогу наконец это все пересадить. Но зато это мне дало время, чтобы все подготовить. В целом можно сказать, что ульями я обеспечен. То есть осталось пересаживать какие-то семьи в чистые ульи при хорошей погоде, дезинфицировать, перекрашивать. Но в целом ульевой парк, ввиду того, что я потерял довольно много семей и от медведя, и после неудачной такой зимовки, осталось довольно много. Почти все я уже тоже продезинфицировал, которые были в таком критическом состоянии. Ну, остальное все посмотрим уже по ходу. То есть осталось сейчас подготовиться рамки сделать. Я часть уже, опять же, старых вырезал сушу. У меня тут несколько ведер старых сот. То есть это надо будет как-то перетопить на воск. Не знаю, вообще некогда это все делать. И ну, еще хотя бы 200 рамок додановских сделать, навощить, и все. И тогда можно будет уже быть спокойным, потому что в магазинах у меня до главного взятка есть. То есть можно будет спокойно их делать еще месяца два, постепенно магазины наващивать там и сколачивать. Поэтому такого аврала, как в прошлом году, скорее всего, не будет, потому что все должно быть постепенно и спокойно. Также уже у нас начинаются сейчас работы по огороду. Уже все, на днях уже, наверное, через неделю пора будет высаживать. Сейчас мне надо доделать теплицу. Я ее начал уже, старую пленку там демонтировал оттуда, ввиду того, что эта теплица, наверное, последний год у нас именно в таком виде, какой она есть. Мы ее в этом году последний раз начальным пленкой, а уже в следующем году, скорее всего, я буду делать новую, хорошую, прочную, то есть не из дерева, скорее всего, из металла. Ну, точнее, вероятность 96%, что я буду делать ее из металла. И посмотрим уже, какое покрытие у нее будет. В общем, сейчас ее надо довести до ума, чтобы она не порвалась, потому что в прошлом году и кошки ее порвали, и в грозу, в сильную, при ураганном ветре немножко была дырка, и пришлось это все резко переделать. И сейчас надо сделать ее качественно, чтобы она нормально отработала этот сезон, и заняться последними такими маленькими-маленькими очагами грязи у нас во дворе, ввиду того, что мы осенью хорошо поработали, почти все убрали, то, что у нас оставалось здесь, когда мы сюда въезжали, очень много мусора всякого от предыдущих хозяев, и очень много в основном древесного мусора. Мы его никуда не выкидывали, мы потихоньку либо сжигали, либо на перегной, то есть осталось совсем-совсем мало. И уже можно будет спокойно заниматься благоустройством нормального участка, без оглядки на вот эти вот скопления постоянный хлам. В общем, ладно, тогда давайте сейчас приступим к теплице, а дальше уже посмотрим. Ну что, вот она, наша многострадальная теплица. Она сначала была по метлайдеру сделана огромной высоты. Потом я ее тоже по метлайдеру оставил, несколько укоротил, а потом вообще полностью перешел на обычную двускатную крышу. Так что сейчас я снимаю с нее обратно, точнее, все пленки, которые не сняты здесь, и исправлю скобы, там что выдеру, что забью, чтобы они не рвали пленку. И потом сделаю дополнительные рейки. Здесь у меня, поскольку видно, что не хватает рейк, их я сделаю из труб. Сейчас покажу, из каких. Вот, у меня есть такие тоненькие трубы. Они просто стальные, они не алюминиевые, крашеные. Но очень
тонкие и легкие. И как раз таки в этих углах тогда теплица перестанет рваться, потому что из-за натяга на острых торцах, острых гранях происходило все время, дырявилась она и в итоге расползалась при сильном ветре. Все, условно говоря, теплица готова, и в первый день безветренный натяну пленку, более-менее тепло, когда будет. И в целом, ну не знаю, как-то теплица или все-таки парник, ну, наверное, все-таки похоже на теплицу, есть и проветривание, и двери. Но, как я уже сказал, что последний год, главное, чтобы она достояла, а дальше уже будем думать и делать другую. Пока Саша делает теплицу, кто в инстаграме следит за мной, знают, что я решила весь двор заложить камнями. Так что кусты не исключение. И все, я их обкладываю теперь тоже. У нас такое засилье конского щавля, жуткое вот там вот, везде, короче говоря, растет. Я его каждый год копаю, но мне весь зарос не выкопать, поэтому вот в этом году у меня такая глобальная цель. Мне хочется, чтобы все приствольные круги были вот так вот хорошо обработаны и... буду обрабатывать и обкладывать ножками. Еще одна проблема в этом году — это вообще везде, во всем поселке и на поле, на вот этом колхозном бывшем, все жутко перерыто мышами, полевками, наверное, и кротами. Поэтому вот у нас уже все в ходах, у меня весь мой аптекарский огород в ходах. В общем, это все надо равнять. И так хорошо, что у нас газона не было, хоть не жалко. Ну что, все, поскольку теплица готова, остался вот тут последний оплот мусора. Тут старые перепелиные клетки у меня стоят, там какие-то кирпичи, еще куча всего, но все в основном древесное, металлическое, то есть это все, большую часть можно сжечь. И хотим разобрать полностью всю эту кучу, отсюда убрать, то есть все, что было набросано сверху в том году, я перенесу в ту дальнюю кучу, которая у меня за огородом, а этот весь компост мы используем, потому что он созрел, он просто идеальный, полностью перепрел, перегнил, червями переработанный, то есть идеальный компост. В теплицу набьем, много чего надо, деревьев каких плодовых и гряды, и все. В целом, я думаю, вся эта куча разойдется, и уже потом будем ждать, пока созреет следующее, потому что, ну, это мы с дуру здесь ее поставили, но у нас тут был перепелятник, поэтому, в принципе, было не критично. Сейчас она просто, получается, по центру стоит, и здесь уже она очень серьезно мешает, потому что можно здесь что-то высаживать, но вот этот вот хламина, потому что вокруг нее что-то приставлено, вот барана, какие-то куски арматуры, поэтому это, от этого всего надо сейчас избавиться.
Я сегодня, это уже на следующий день, потратил добрую часть дня, да не то, что и добрую, но и всю злую часть дня, на то, чтобы вернуть былое величие теплице. Все, в этом году я решил учесть все ошибки прошлого, то есть нигде не оставил тонких мест, потому что в прошлом году при сильной грозе, каждый год, в общем, при какой-нибудь сильной грозе, что-нибудь рвется, какая-нибудь образуется дырка, и в итоге приходится это экстренно ремонтировать. Здесь все места, все скобы, где я крепил скобами, я прикрепил через линолеум, а там, где где-то в 5% остальных случаев, где просто какие-то второстепенные крепления, места, то есть я там все закрепил через скотч. Поэтому сейчас должно быть намного прочнее, чем в прошлом году. Более качественно сделал все дверцы, большие куски линолеума, чтобы все плотно прилегало, чтобы нигде ничего не поддувало. То есть примерно на всю эту игру я потратил 3000 скоб, поэтому рука сейчас у меня до сих пор не отвыкла еще от этого движения скобострелятельного, поэтому давайте сейчас покажу просто поподробнее. Здесь никаких таких специфических особенностей нет, но мне кажется, что в целом вот такой способ крепления, он самый лучший, лучше, чем в первый год я крепил на рейке. Это вообще самый плохой способ, через гвозди рейки рассыхаются на жаре, и в итоге все равно пленку оттуда из-под них выдирает. Потом я не помню, на что крепил, потом еще на какие-то другие, на более тонкие рейки крепил, чтобы они меньше рассыхались, но в итоге все равно остановился именно на старом линолеуме. Вот все ответственные места я прострелил степлером через линолеум. И дополнительно внизу там еще и через скотч. Сначала через скотч, но скотч я использовал в большинстве случаев из-за того, что был сильный ветер. И если я наживлял когда пленку для того, чтобы ее примерно растянуть на теплицу, она просто разрывалась и улетала. Поэтому, чтобы она не разрывалась, приходилось все это крепить через скотч, какие-то наживительные скобы. Но в итоге все нормально натянулось. Единственное, что натягивать начинал, когда было холодно, в середине дня. Сегодня вообще была шикарная погода, разогрелась, и пленка немножко, конечно, провисает. Но в сильную жару будет еще сильнее провисать. Ну ладно, это на один сезон, ничего страшного. Компостную кучу в итоге мы пока не смогли разобрать из-за банальной причины. Она тупо внутри состоит из огромного куска льда. Она была, видимо, сырая, как с осени замерзла, вся промерзла насквозь, ввиду того, что компост уже там был перепрелый, и он не грелся изнутри. То есть он уже был полностью готовый и просто промерз. И в итоге надо будет подождать, пока немножко оттает, и тогда можно будет от нее нормально все отскрести. То есть увести в другую компостную кучу, что не перепрело, и разложить компост везде по грядам. Да, наверное, подробней остановлюсь сейчас еще на пнях, потому что это довольно-таки хороший материал для каких-то вещей. Для летней кухни, особенно я планирую, или для какой-нибудь уличной мебели. Они уже фактически в готовом виде, ножки приделывай. Ну, понятное дело, что спил можно сделать и от них, и потоньше. Просто, видимо, кто-то спиливал у себя березу, и даже на дрова ее не взял, а просто выкинул на помойку. Там я еще заберу, там довольно много таких чурбаков. Что не используется, спокойно все расколется на дрова. В прошлом году я пытался на тракторе вывести дрова, у меня ничего не получилось, потому что была осень и земля промерзла. Сейчас же я нагрузил полную телегу этих чурбаков, каждый весит где-то килограмм по 30, по 40. Ну, я так ориентировочно оцениваю это по мешкам с комбикормом, примерно такое же усилие надо, а на некоторых даже еще тяжелее, то есть совсем жуткие. Прицеп просел до самого упора, он ехал в любую гору спокойно, не надрываясь, ничего не прокручиваясь, ну это благодаря еще и тому, что земля сухая, и цепям. Поэтому, наверное, в ближайшее время, когда у меня оно вообще будет, я планирую вывести, наконец, свои дрова. Они сейчас пусть подсохнут, сейчас, наверное, напитались водой после весны. Ну а так, думаю, что можно будет спокойно это все сделать и на этом тракторе. Ладно, все, на этом, пожалуй, всем пока-пока, потому что больше особо рассказывать нечего. Ну, точнее, рассказывать-то много чего есть, но что толку рассказывать, потому что не получалось у меня сегодня и снимать теплицу, из-за того, что был сильный ветер, штатив все время сдувало, и я боялся разбить фотоаппарат, поэтому ничего не снимал, да и не сподручно было совсем, пленка постоянно норовила улететь. Ну а так все, вроде как, наконец-то наш участок приходит, ну, не скажу, что прям совсем в образцово-показательный вид, но уже близкий
к нему. Осталось еще, кстати, сделать забор, потому что забора у нас до сих пор нет уже 4 года именно вокруг участка. Я думаю, что буду делать какой-то совсем-совсем элементарный. Ну, подумаю еще. Идеи есть, как его организовать. Может быть, часть будет какой-то живой изгородью, потому что, наверное, это был бы самый оптимальный вариант за самим огородом. Не делать то, что надо постоянно будет переделывать, а сделать сразу то, что будет сюда расти, и надо будет только подстригать. Посмотрим. Возможностей моря здесь для того, чтобы сделать живую изгородь из обычных. И с той же самой ивы она прорастает и приживается вообще какими-то в 95, наверное, процентах случаях. Поэтому, а ивы здесь море, внизу реки. Наверное, будем делать что-то в таком духе. Но вряд ли в этом году. В общем, посмотрим. Ладно, все, всем пока-пока.